Здравствуйте, сегодня свяжем вот такую мокрую мушку, называется серая мушка. Приступим. Крючок Тимка, 14 номер, нить белая, тера 180. В видео будет расфокусировка немного, но переделывать уже не стал, поэтому прошу простить. Так, для сегментации и закрепления пера на цевье крючка мы используем проволоку, какую я показал, очень тонкая, практически не видно, как волос. Так, закрепили на цевье крючка и берем две бородки, ну можно взять три бородки из махового крыла индюка. Такое грязно-белого цвета с крапинками. Перышко, у кого нет, можно взять бородки из махового крыла гуся, ну что-то типа подобное. То есть бородки должны быть длинные. И виток к витку наматываем на цевью крючка. Я все ротори никак не освою на новых тисках, хотя уже почти год вяжу на них. Так, стараемся укладывать виток к витку. Так, ну где-то 2/3 у нас займет все это дело, и 1/3 у нас будет грудка мухи. Лишнее отрезаем. И здесь будем делать крылышки мушки. Для этого возьмем... Так, ну сначала закрепим бородки пера на цевье крючка проволокой. Нужно, конечно, делать против намотки, но в принципе я делаю по намотке бородок, потому что витки очень частые и практически все закрепляю. Так, ну оставшуюся проволоку здесь монтажной нитью закрепляем, лишнюю отрезаем. И будем формировать крылышки. Вот такие вот перья. Это у нас джунгли, индийский петушок. Их много расцветок бывает различных, но в данном случае это скальп серого индийского петушка. Они небольшие, сантиметров по 15, может 12, такие скальпики, и там небольшие вот такие вот перышки. И вот вершинки перышек мы используем для крыльев мухи. Очень хорошо закрепляем, лишнее отрезаем, вот эти вот остатки выбрасывать не надо. Так, это вырез из махового пера индюка.
посерединке укладываем вырез на цевью крючка и плотненько приматываем. Так, промотали. И вот здесь вот монтажную нить оставляем и будем делать грудку. Для грудки я использую стриженный мех белки. Ну, какой-то материал такой надо взять, который топорщится, в воде играет. Ну и темного цвета, чтобы обозначить грудку мухи. Так, здесь я прокрутил, ничего сложного нет. Грудку сделали, и вот теперь перышко, у которого вершинку мы взяли для крыла, вот здесь вот закрепляем и будем делать ножки у мухи. То есть материал у нас максимально используется. Так, перодержатель закрепили перо, потому что оно очень маленькое, сантиметра два всего, наверное, может даже меньше. Пальцы намочили и бородки пера отводим в загиб крючка и виток к витку стараемся намотать на цевье крючка. Ну, здесь немного оборотов, буквально там, не знаю, может максимум два, может полтора. Перо вверх поставили и закрепляем монтажной нитью. Лишний кусочек отрезаем. Отводим бородки пера назад и закрепляем. Так, ножки распределяем влево и вправо и делаем спинку у мушки. Вырез с натяжением кушку крючка отводим и приматываем монтажной нитью, закрепляем. Ну, в дальнейшем то, что там где-то что-то будет торчать, все отрежем или оборвем. Тут главное смотреть, чтобы у вас ножки были не сильно длинные и крылышки симметрично располагались вдоль цевья крючка. Ну и формируем головку у мушки. Можно головку сделать черную, то есть взять маркер черный, покрасить нить и сформировать головку. Я не стал делать, оставил так. Все, муха практически связана. Покрутили, посмотрели, что-то где-то поправили. Что-то где-то оторвали или отрезали. И обязательно залачить головку. Так, ну и все, на этом муха у нас связана. Можно вязать ее вот такой вот
цвет серый взять, белый, можно взять светло-коричневый. Ну, такая вот у нас мушка получилась. На этом все. До свидания. До новых встреч.